Well Dog Show 2016 in Moscow has been a great success so far. More than 25,000 dogs in a beautiful atmosphere. Beautiful organization, very precise, and great hospitality. I talked to many people that have expressed their happiness for this event, and I'm sure that Russia will end the show with a huge success for all the breeders and the exhibitors. Недочеты, были проблемки, но мы их в процессе подготовки устранили и сейчас пожинаем плоды. То есть на самом деле док-шоу 2016 удался так, как никогда не проходило ни в одной стране мира за всю историю кинологии. Это не мои слова, это слова наших гостей, наших экспертов, руководства ФЦИ. Это самое главное. Я могу сказать, что мы победили. Россия впереди, как всегда, и это радует.